Вечер добрый, дорогие друзья, постоянные подписчики и гости моего канала YouTube. С вами снова я, его автор, как вы, наверное, уже знаете, ведущий Сергей Смирнов. Сегодня у нас у меня просто уникальный день, особенный день, неповторимый день, настоящий праздник. Сегодня 21 января 2024 года. И вот сегодня я хочу просто, ну, чем этот день знаменательный? Знаменательно, спросите вы. Сегодня у моей очень хорошей знакомой, э, скажем так, ну, маленькой такой девочки, с которой мы тут подружились в Польше, ее зовут Кристина, вот, она сейчас живет в США, так получилось, вот, э, в городе Чикаго, и у нее день рождения ей исполняется. 12 лет, представляете? И поэтому, дорогая Кристина, если ты будешь этот ролик смотреть, я хочу, я думаю, ты будешь его смотреть, я хочу поздравить тебя, Кристиночка, с днем рождения, с 12-летием. Сейчас ты живешь в другой стране, не у себя на родине, но ты живешь с мамой, да. Хочу поздравить тебя, пожелать тебе успехов в учебе, чтобы ты такая веселая была, позитивная, чтобы ты действительно радовала всех, Своих одноклассников, у тебя были классные результаты э, по, в учебе, э, в занятии музыкой, чтобы ты действительно смогла прижиться, адаптироваться на новом месте. Это очень важно сейчас, чтобы ты чувствовала материнскую любовь, чтобы ты чувствовала поддержку, и чтобы самое главное, ты смогла найти себя здесь, ну, в этой стране, в другой, в США. Потому что, да, ты жила все время в Харькове, вот я понимаю, поэтому для тебя это большая, скажем, такой шаг был. Вот поэтому желаю тебе, я поздравляю тебя от себя, от имени моего, скажем, коллеги Андрея, ты его знаешь, и от имени твоей бабушки, как ты назвал ее Буля, Аллы. Хочу поздравить и пожелать вот, такое тебе, такие тебе поздравления и пожелания. Вот если, думаю, этот ролик посмотришь, тебе он понравится, мое видеообращение, ты можешь смело писать там комментарии или написать ну, свои мысли. Поэтому благодарю, дорогие друзья, за сегодняшний, за то, что вы этот ролик смотрели. Вот, если он вас вдохновил, понравился, вот такое вот у меня а, сейчас спонтанное возникло желание, поздравить мою хорошую знакомую девочку маленькую, которая я три месяца с ней ходил, воспитывал ее, тратил на нее время, очень много учился общаться с ней. Вот, если вам этот ролик понравился, вы знаете, что нужно сделать. Ставьте палец вверх под этим видео и подписывайтесь на мой канал YouTube, жмакая на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе авторских моих новых роликов. Еще раз благодарю за просмотр. Милого викенду и при... хорошего настроения, несмотря ни на что. И самое главное, окружайте себя, хочу вам пожелать верными друзьями, чтобы вы чувствовали, что вы не одни. Вот, а вы, скажем, что рядом, около вас близкие люди, которых вы можете любить, о которых вы можете заботиться, которые будут заботиться о вас. Еще раз благодарю за просмотр. Не переключайтесь далі буде до забачення, як тут мовлять, бузяки.